Привет, друзья! Сегодня с вами поговорим про древнегреческий театр. Но давайте не будем говорить про его историю, об этом уже столько сказано, написано, это так хорошо все исследовано, что это уже неинтересно. А поговорим с вами про то, как играли этот театр, древние греки, какие тогда вообще были, в принципе, приемы актерской игры, на чем они были основаны, перекочевало ли что-то из этого в наши дни. Может быть, мы сейчас играем точно так же, как играли трагедии Схилы, Софокла. Может быть, мы что-то тоже взяли вот от этих, из этой тьмы веков, из вот этих древних и диких, таких буйных дионисийских игр. Давайте попытаемся эту связь проследить между древнегреческим театром и театром современным. Но, во-первых, конечно, мы все вышли из древнегреческого театра, это ясно. Если бы не было Аристотеля, если бы он не основал свою формулу, в принципе, театра, всеми элементами, которыми мы пользуемся сейчас, неважно, какой это театр, реалистский, символистский, театр абсурда, какой-то другой жанр, это абсолютно, эти элементы работают всегда и везде для любого вида театра. А если бы Эсхил, Софокл и Еврипид не написали свои пьесы, трагедии, если бы Аристофан не написал свои комедии, современного театра бы не было. И опять же, вот эти буйные, такие очень дикие и мало на театр похожие, из вот этой тьмы человечества, из первых его лет пришедшие к нам обряды этих дионисийских игр, они, как ни странно, очень сильно напоминают мне буйство современного театра. И к вопросу о том, что люди очень возмущаются, что театр деградировал, и вот, а вот тогда, когда были древние греки, вот тогда был нормальный театр. Мы сейчас с вами увидим, что тогда, когда были древние греки, не было вообще нормального театра в нашем понимании. Если бы современные зрители, особенно в некотором смысле снобы от искусства и зрительного зала, я бы сказала, увидели то, что творилось в древнегреческом театре, классическом древнегреческом театре, они бы просто за голову схватились и тут же, понимаете, там уже бежали бы оттуда из зала раз и навсегда, и больше никогда бы там не появлялись. Это очень специфическая форма была, которая, тем не менее, дала нам современный театр. Вообще, если мы говорим про форму древнегреческого театра, то это, как ни крути, секс, боги и политика. Это три таких... Это такой краеугольный камень, на котором древнегреческий театр стоит, три его постулата. Он был весь про это в разных своих жанрах. А если мы говорим про то, как его сейчас интерпретировать и вообще, что мы имеем, имеем ли мы какие-то оригинальные материалы, дошедшие к нам из VI века до новой эры, V века до новой эры, когда начинал писать Эсхил, мы имеем достаточно немного. Мы из их наследия имеем, ну, так это процентов 20 в самом лучшем случае. Во-первых, очень многое было утеряно, это главная проблема, и поэтому мы составляем эту картину, вот эту историю древнегреческого театра и то, что мы называем древнегреческим театром, из осколков. Мы ничего наверняка не знаем. Мы не знаем, правда ли он был такой. Есть такие сумасшедшие герои, реконструкторы от театра, которые составляют вот этот пазл и действительно пытаются копаться до истины и найти ее, что такое древнегреческий театр, вот такой в хорошем смысле, в музейном понимании, вот то, как тогда было, без привнесения какого-то современного налета. Но они – это люди, которые тратят на это свою жизнь. И благодаря им мы знаем, как тогда играли. Потом вторая большая проблема – это то, что история – это вообще вещь очень субъективная. И она донесла нам большое количество свидетельств о том, как выглядел древнегреческий театр. Но все они, как вы понимаете, субъективные. Вот да, мы пошли в театр, стали плеваться и говорить, фу, какой спектакль, там вот это все мне не понравилось, там постановка была плохая, актеры играли ужасно, и вообще там было холодно, у меня ноги мерзли. А кто-то сидит в восторге, понимаете, слезы проливает над этим. И точно так же люди мыслили 5000 лет назад и 6000 лет назад. Вот, и говорили о том, что вот мне не понравилось, там новая, не понравилась новая пьеса там, Еврипида, Медея, там слишком много человеческих эмоций, надо бы что-то посдержаннее. А мы сейчас понимаем ее как гениальную пьесу, которая в принципе породила такое течение театральное, как реализм. И вообще работу с эмоциями в современном театре. А мы все вышли из Еврипида.
Вот, поэтому, как вы понимаете, источники очень субъективны. Поэтому, если честно, давайте будем так все вот эти исторические свидетельства делить, как говорится, на 38. Потому что их все составляли люди. И это вторая большая проблема. Мы не знаем, а как оно было на самом деле. И как это было бы для нас, если бы мы это увидели. Третий такой большой момент. Мы не в состоянии проследить четкую траекторию развития. Слишком много, это было слишком давно, слишком много событий происходило. Были войны, там власть менялась, города эти государства, полисы враждовали друг с другом. Они там еще внутри враждовали разные кланы, какие-то течения. Потом, как вы знаете, в Греции была демократия. Она была такая немножко странненькая в современном понимании этого великого социального института. Но там тоже вот они судили, рядили, она была очень буйная такая, они там это все с кулаками решали, и она вообще-то рождалась в муках. И это все не могло не сказаться на развитии театра, потому что иногда были, и даже зачастую были такие моменты, когда вообще было не до театра. Поэтому мы вдруг что-то знаем-знаем, а потом там на 50 лет, на 70 лет там какое-то забвение, вообще дырка, никто ничего не писал. Так ли это было на самом деле или нет, мы не знаем. Но мы пробиваемся сквозь эту тьму веков для того, чтобы... Еще раз, всех нас, про вот это наше рождение, это рождение того, чем мы все занимаемся здесь. Если бы они не прошли своими дикими шествиями, в честь Бога Диониса, я бы сегодня не сидела и не записывала бы это замечательное видео, потому что моей профессии бы не существовало. Мы точно знаем, что театр родился в Афинах. Афины были центром социальной жизни, вообще жизни политической и общественной Древней Греции. А тогда, в VI веке до новой эры, мы это точно знаем, потому что слишком много свидетельств указывают вот на это. И возник он, как я уже упоминала неоднократно, в результате вот этих религиозных фестивалей, церемоний, каких-то в честь бога Диониса, бог виноделия, бог плодородия. Он же потом станет богом театра. Вот. И они такие были там, жрецы и жрицы его, они были как раз на первых ролях, они-то как раз и были первые актеры. Это были иступленные какие-то такие абсолютно пляски, песнопения. И в этом очень есть что-то, они вот очень близки к истине. Если мы начнем копаться вообще, говорить о том, что такое настоящий театр. Может быть, это. Когда они не играли, а действительно в это верили. То, что мы сейчас, как бы вот так играть, как бы, какую бы такую технику родить, чтобы играть понатуральнее. Может быть, ничего этого не надо. Может быть, нужно вот уподобиться, обратиться к первоисточнику, так сказать. А древнегреческий театр предполагал пассивную аудиторию. То есть никакого интерактива в современном понимании слова, абсолютно никакого вовлечения зрителей в действие там не было. Да это и невозможно было сделать чисто по техническим причинам слишком. Если мы представим себе греческий амфитеатр, какой бы он ни был, даже самый маленький, он огромный на самом деле. И вот эти огромные пространства между... Там еще было много чего нагорожено между зрителями и актерами. Вот, но, говорят, так, там очень у них сложно была устроена сцена. Вот. И это просто чисто технически вовлечь зрителей. Для того, чтобы вовлечь зрителей в действие, нужно очень большие усилия приложить, как-то очень сильно постараться. Идти до них очень долго было. Вот, поэтому это был пассивный абсолютно театр. То есть люди сидели, просто наблюдали, потом очень бурно обсуждали это все, нужно сказать. Вот, они могли там собраться для того, чтобы проголосовать за изгнание какого-то недостойного члена общества на площади на следующий день, и потом на Агоре в Афинах, и потом обсуждать постановку, которая вчера имела место. Там это был вообще, это был очень... такой странный, причудливый жанр, странный в современном понимании этого слова, потому что это был синтетический театр, он не был драматическим, там были музыканты, там были певцы, они потом к ним, были инструменталисты, потом к ним добавились певцы, там, естественно, были актеры, которые говорили драматический текст, а там был хор, который мог петь, мог говорить, он комментировал вообще всегда то, что происходило сюжетно, но вот в какой форме? В форме разной. Там очень большое значение имела пластика, потому что древнегреческие театры – это искусство жеста.
Причем жесты преувеличенного, потому что, опять же, огромное расстояние, иначе просто ничего не видно было. Огромные костюмы были. У них такие маски, маски, которые вот мы видим, да, классически в музеях сейчас, слепки, вот эти, которые дают нам представление о том, как выглядели вообще маски, и трагические, и комические. Они на самом деле, это была такая огромная конструкция, которая лепилась, грубо говоря, на актера. Она была, это метр-полтора так вообще в объеме, и она очень тяжелая была, и актеры вообще, почему, это, кстати говоря, одна из теорий, почему они так, почему жест был таким преувеличенным, почему они двигались медленно и так вот масштабно, потому что никак с них бы иначе было, с них бы эта маска слетела, и вообще все бы с них слетело, и ничего бы не было. А вот, это было очень такая, это был трудоемкий вообще процесс, в принципе, играть в театре, быть актером. Плюс стояли на катурнах еще, была очень большая платформа, поэтому им действительно было трудно передвигаться. Это вообще такое, я говорю, это причудливое очень зрелище для современного глаза. А, они рассказывали о... Вообще изначально, поскольку театр древнегреческий вышел из Дионисийских игр, он рассказывал о богах. Он был посвящен богам, он был посвящен героям, избранникам богов. А, он был посвящен тем, кто пострадал от их гнева. И вот эти изначальные сюжеты, естественно, они все склонялись к старому как мир, единственному сюжету о том, что такое хорошо, что такое плохо, когда добро борется со злом. Оно боролось достаточно, я не хочу говорить примитивно, достаточно прямо и так в лоб оно боролось в древнегреческих сюжетах, в ранних древнегреческих пьес. Знаете, театр был очень важной формой общественной жизни, политической жизни. Театр, древнегреческий театр, всегда, всегда вмешивался в политику. И театр, древнегреческий театр, был трибуной, с которой говорили о политике. Да, в завуалированной форме. Хотя, если мы возьмем там каких-нибудь всадников Аристофана, там не то, что не завуалированная форма, а там современный театр не может представить такого масштаба, ну, как бы глумления над, вот, откровенного над тем, что происходит вот, как бы, вот в современной политике, в современной этим авторам и этим актерам, и этим людям политики, политической жизни. Там просто высмеивали так, что только щепки летели. Вот, и вообще весь Аристофан такой, он был, ну, абсолютно политически такой жестко направленный. Вот, но дело в том, что вот театр, вот даже если это, мы не берем вот эту сатиру Аристофана, он говорил всегда о каких-то, да, богах, о каких-то героях, о каких-то отдаленных, вообще во всех смыслах событиях, о том, как Прометей принес огонь людям, очень аллегорическим языком. И, естественно, люди, которые, зрители, которые смотрели это все, сидели, они прекрасно понимали, о чем, почему там Прометей, почему он принес огонь, и почему он именно такой. Он был всегда про политику. И это вот такой самый ранний пример так называемой мягкой дипломатии, когда мы начинаем политическую и социальную жизнь и проблемы привносить во все стороны нашей жизни. Древнегреческий театр был очень сильно интегрирован в общественной жизни. Он никогда таким вот чистым искусством не был. А хотя, если задуматься, может быть, это и есть чистое искусство. Что такое чистое искусство? Оторванное от всего или, наоборот, настолько сильно интегрированное, что его от жизни отличить невозможно? И вот что лучше? Обсуждать театральную постановку и как бы и забывать о том, что происходит в мире, и забываться в этом, или обсуждать театральную постановку до того, как проголосовать за изгнание какого-то, да, там, очередного человека, который не устраивал тем или иным образом афинское собрание. Именно потому, что эта театральная постановка очень сильно связана с, вот, с тем, что они сейчас будут делать. Что такое чистый театр? Ну, может быть, как раз вот та форма, которая была в Древней Греции. А, значит, был такой человек, он был поэтом, его звали Теспис. Он в театре работал, для театра работал. Он
в принципе, можно сказать, что он создал вот ту драматургическую форму, которую мы сейчас знаем как драматургическую форму, как пьесу. Он создал такой абсолютно новый стиль. Он гениальный был абсолютно. Он был такой, ну, в принципе, знаете, как наши предки кроманьонцы были великие люди. Вот и древние греки, они все были великие люди. Они создавали что-то абсолютно качественно новое. Это был стиль, в котором певец или актер говорит не свои слова, а говорит слова персонажей в историях. То есть он, в принципе, создал эту форму. Знаете, я уже много раз говорила про своего чудесного преподавателя по истории театра, который меня всему научил, что я знаю. Так вот он выводил формулу театра. Он говорил, театр любой – это когда А играет Б на глазах у С. И, казалось бы, очень просто. И уберите хоть одну из этих составляющих, театра не получится. Но тогда этого додуматься еще нужно было для этой формулы. И вот был такой тест, без которого додуматься, который сказал, а что если вот выйдет какой-то человек, назовем его условно актером. Тогда этого не было еще. Кстати, определение немножко попозже появилось. Их называли теспианцами, вот этих вот людей, которые играли сейчас, да, как актеры, которые говорили эти слова, которые он написал. И что если, сказал, этот человек будет говорить не свои слова, что какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, а что если он будет говорить какие-то слова, написанные другим человеком, условно говоря, мной, но на какую-то как бы определенную тему. И, наверное, он что-то этим хочет донести. Вот как ему пришло это в голову? Это принцип, в принципе, актерской игры. И вообще, в принципе, принцип театра. Когда мы перевоплощаемся в кого-то другого. Как ему пришло это в голову? Это загадка. Она, причем, знаете, это загадка из разряда, вот вначале было слово. И то же самое говорят серьезные физики. Они говорят, вначале ничего не было, а потом была сингулярность, а потом возникла Вселенная. И это вот примерно где-то наше знание находится на уровне этого сейчас в современной физике. И точно так же вот примерно возник театр. Вначале ничего не было, потом пришел Теспис и сказал, давайте у нас будет один человек говорить слова другого человека. И это как-то все будет вот объединяться в одну, в какую-то вот в эту причудливую форму. И так родился театр. Вот. Они стали использовать маски, потому что ведь люди выражают эмоции, слова выражают эмоции какие-то. Эмоции как можно выразить? Ну, на лице, лицом играть. Вот они играли этими огромными масками в 1,5 метра вообще длиной и размером. Вот. Был хор, он статичный был, он стоял, он по бокам располагался. Это в древнегреческом амфитеатре сцены. И он либо сидел, либо стоял благополучно и комментировал действия персонажа. Причем хор, как правило, выражал авторское мнение, либо согласие, либо несогласие с тем, что говорят или делают персонажи. Вот. И так, и знаете, и вот это все вот так завертелось. Вот если вы меня спросите, как возник театр, он возник вот так. Он возник потому, что пришел гениальный человек, которого звали Теспис, и сделал нам театр. А дальше он стал развиваться очень бурно, потому что дальше наступило время так называемой золотой триады. Это Эсхил, Софокл, Еврипид. Это три великих драматурга, может быть, величайших в истории мировой драматургии театральной, которые, в принципе, задали в драматургии те жанры, по которым она живет до сих пор и будет жить, потому что, еще раз, они были вот настолько как бы фундаментально гениальны, что они создавали качественно новые вещи, которые всегда работают для всего человечества потом. Вот. И они, вообще тогда драматургу уделялось колоссальное значение. Драматург писал пьесу, драматург выбирал актеров, драматург был режиссером, драматург там был вообще всем на свете, он свои деньги платил там за то, чтобы это все состоялось. В общем, ничего не поменялось, прошло много тысяч лет, ситуация не поменялась абсолютно никак. Вот, они были все три проразные. Эсхил был, у него есть Прометей, такая самая знаменитая его трагедия. От Эсхила очень мало сохранилось. Он в начале был, он был самым первым и в 5 веке до новой эры. И он, от него очень мало, у него было огромное наследие, и почти ничего до нас не дошло. Он как раз про гражданственность. Он вот про эту политику, о которой я говорила. Он про общество. Он про проблемы гражданина и про проблемы человека. И все его пьесы посвящены этому.
Софокл, он, кстати, у него, у Софокла тоже очень большой вот такой уклон в очень сложную политическую жизнь общества. И у него персонажи об этом рассуждают, и у него все гораздо сложнее уже, потому что если Эсхил писал категориями вот добра и зла, Софокл писал про реальных людей. Он писал тоже категориями, он пока еще не дошел до вот этой психологической точности, выверенности Еврипида и вот оттенков его психологии, эмоциональных оттенков психологии, отношений между людьми, как это есть в Еврипиде. Его поэтому иногда называют очень частным Еврипида, а Эсхил и Софокл такими гигантами как бы драматургической мысли. Я не совсем с этим согласна. Софокл, он, во-первых, вводит третьего актера, в этом его большая заслуга, потому что у Эсхила было только два, потому что добро и зло. В общем, вначале был один у Тесписа. Вот он стоит и вещает текст, который написал ему Тесписа или какой-то другой человек. Вот. А потом Эсхил говорит, нет, давайте сделаем все-таки черное и белое, да, чтобы было два актера. Сделал. Софокл говорит, нет, вот надо говорить об отношениях между людьми. Все-таки мы все люди. А давайте, ну, для отношений нужен говорить все-таки третий, который будет всегда лишний. Давайте введем третьего. И ввел. А дальше пришел Еврипид, и он сделал вообще колоссальную вещь. Он стал рассматривать богов как людей. Он сказал, в принципе, что мы все люди. И мы все, как бы в своей человечности и в проявлении своих человеческих эмоций, мы все одинаковы. И боги тоже люди. Вот до него были боги и люди, а после него, и с него начиная, у него стали боги как люди. Вот. И это круто, потому что он... Кстати, говорят, что вся современная психология и психотерапия, она от Еврипида началась, потому что он был, наверное, первым, кто так детально рассмотрел вот эмоции, которые сопровождают тончайшие психологические переходы нашей натуры человеческой. Вот, они были вообще всем, и история до нас не сохранила имен каких-то других драматургов. Мы знаем только этих. Наверное, другие были. Она сохранила Аристофана, он был комедиограф, он никогда трагедии не касался. Он писал только комедии. Блистательные совершенно, едкие, как уксус, которым травят узор на лезвие клинка. Вот он тончайшей этой струйкой своего вот этого уксуса, который прям горячий такой от того, что он такой едкий, вытравливал все социальные вот эти ну, пороки, что ли, да, вот эти раны несовершенства на теле общества. А Эсхил, Софокл и Еврипид, они писали трагедии. Каждый по-разному, как я уже сказала. А больше мы вроде как никого... Мы знаем, конечно, кого-то, но не такого масштаба. Мы говорим, были вот эти, и потом еще был там кто-то еще в какие-то эпохи. Вот почему так получилось? Потому ли, что они сделали то, что они выполнили свою миссию для того, чтобы человечество пошло дальше в развитии театра, и они только были нужны. Больше никто не нужен. Может быть, интересно. Был еще Аристотель, он писал трагедии тоже. Вот он известен не этим. Он известен своим теоретическим обоснованием, ну, театральной системы, скажем так, которая, естественно, работает до сих пор. У него есть такой трактат, он называется «Политика». Там как бы не о политике в современном понимании этого слова, там вообще обо всем, о политике жизни, как бы. Вот они были такие очень широкие гуманисты, древние греки. И вот он, что писал Аристотель об игре, об актерской игре, переходя, кстати, к игре, в трагедии. Он писал, таким образом, трагедия – это имитация действия, которое является серьезным, завершенным и определенного масштаба. В форме действия, а не повествования, через жалость и страх, осуществляя надлежащее очищение, катарсис, этих и подобных эмоций. И вот эта цитата, на которой строится весь принцип актерской игры в любой школе, в какой бы он ни был.
Весь. Вот. Давайте ее разберем на понятие, на то, о чем вообще вот был Аристотель в этом высказывании. Он говорил про имитацию, он говорил, трагедия – это имитация действия. Что это такое? Ну, мы, конечно, в театре не… Это театр – это нереальная жизнь, это нам нужно понимать. Это очень важно. И мы показываем не реальную жизнь, а мы показываем ее имитацию. Это не качественное определение, это не хорошо и не плохо, это просто так. Мы на сцене имитируем реальную жизнь. Для чего? Ну, знаете, это очень похоже на детскую игру. Игра, она всегда играет детей, взрослых. Понятие это одно и то же. Это мы наблюдаем жизнь, и наблюдая ее, мы потом ее имитируем на сцене для того, чтобы извлекать определенные моральные уроки из этого. И вот это понятие трибуны, театра как трибуны, нам дал древнегреческий театр, естественно. А дальше он говорит про самые важные элементы, компонент, про который уже все вот уши прожужжали тем несчастным людям, которые учатся в театральных институтах, на кого бы то ни было. Это действие. Значит, это без действия нет театра. Потому что театр – это не когда мы там все открыли книжку, стали читать. Театр – это кто-то вышел, начал нам что-то показывать и что-то играть. То есть нам нужно активное выражение какой бы то ни было идеи, а не просто какая-то нейтральная пассивность, когда мы сидим, читаем там описание прекрасного пейзажа. Значит, что это включает в себя? Действие. Что это понятие, что включает в себя? Оно включает в себя желания, которые выражены физическими движениями. Это очень интересная мысль, потому что это вообще такая, это краеугольные камни все. Это те камни, на которых мы построили здание театра, в принципе, как он сейчас есть. Это то, что называется событие, эмоции, действия. Для того, чтобы нам… Зачем мы действуем вообще? Для того, чтобы выразить эмоцию. Если эмоций нет, зачем нам действовать? Зачем? Какой-то… Мы тогда будем ходить, перемещаться по сцене без дела и смысла. Это какая-то очень странная форма. Можно попробовать, но она просто будет для нормального восприятия очень странная. Мы действуем для того, чтобы выразить ту или иную эмоцию тем или иным способом. И вот это как раз и есть краеугольный камень вообще в любой игре актерской. И это сказал Аристотель. Что он еще сказал? Он сказал, что мысли, действия – это мысли, выраженные с помощью устного текста. И это тоже очень круто, потому что он говорит о том, что мысль не пассивна. Для него мысль по природе своей активна, то есть она театральна, она действенна. Вот. И мы говорим текст для того, чтобы не просто для того, чтобы, там, чтобы было, да, чтобы его сказать, а для того, чтобы выразить в конечном счете свою эмоцию. Вот. Можно говорить, выразить мысль эмоционально, но дальше мы начинаем копаться, что первично, мысль или эмоция. Дальше Аристотель говорил про то, что вот, значит, трагедия – это имитация действия, которое является серьезным. Опять же, возвращаясь к постулату о том, что древнегреческий театр – это трибуна, эти действия должны быть придуманы таким образом, чтобы заставить аудиторию задуматься. Не только для того, чтобы ее развлечь. Для древних греков это было очень важно. А дальше он говорил, что действие является завершенным, то есть оно продумано от начала и до конца. И здесь мы начинаем говорить о таких, ну, профессиональных уже вещах, как драматургическая последовательность, а также должна быть кульминация, завязка, развитие, развязка, финал и так далее. И как бы вот об этих частях любой драматургии, любой драматургической формы, какой бы она ни была, стали задумываться уже древние, не только задумываться, они просто начало положили этому, они достаточно там мощно сформулировали это драматургическую последовательность в принципе. Она потом, конечно, трансформировалась, и она от жанра к жанру трансформироваться может. Но вот основа была положена Аристотелем, и не после него никто ничего нового не изобрел, потому что колесо уже было изобретено им. Дальше он говорит про масштаб. То, что действие должно быть определенного масштаба. Ну, конечно, это вот последовательное
цепочка логическая событий должна приводить к очень большим переменам для того, чтобы подчеркнуть моральные проблемы, которые обсуждаются со сцены. И это тоже очень здорово, потому что это настолько вот, это так мощно про современный театр говорит. А мы говорим о том, что в театре должно быть все немножко преувеличено. Вот опять же, да, вот смотрите, мы ходим, мы вращаемся между понятиями, которые для нас родил Аристотель. Он говорил, театр – это имитация. Да, мы имитируем реальную жизнь. Как? Преувеличено. Это масштаб театра. Для чего? Для того, чтобы зрителю был понятен наш посыл, вот этот моральный, да, который мы вкладываем, была понятнее наша трибуна, чтобы зритель мог лучше считать. Естественно, в жизни так не происходит. Мы все-таки в жизни события такого масштаба переживаем иногда раз в жизни, иногда вообще никогда. Вот. А иначе мы просто вымерли бы все, если бы мы такие эмоции переживали каждый день. А в театре, да, в театре мы преувеличиваем эту имитацию. И это круто, для этого он придуман. Это такое зеркало. Зеркало, вот такое увеличительное стекло в определенном смысле. Дальше мы говорим, точнее, Аристотель, вслед за Аристотелем мы говорим про действие, а не повествование. Это, ну, понятно, нам не нужно текст декламировать, а нужно это так сделать, чтобы зритель был не оторваться. А вот дальше он вводит, в принципе, вводит в лексикон театральный архиважное понятие как катарсис. Катарсис – это вообще, он говорит, смысл театра в катарсисе. Это так, для древних греков смысл был в катарсисе. Да и нам бы неплохо в этом смысле у них за ним пойти буквально. Потому что катарсис, дословно, это переводится это слово как очищение. Это возможность посредством того, что происходит на сцене, позволит зрителю испытать достаточно, вот я об этом только что говорила, вот эти опасные эмоциональные переходы, с которыми вполне возможно кто-то из них не столкнется в реальной жизни вообще никогда. Они близки к критическим, поэтому опасны. Для того, чтобы... Причем зритель переживает это опосредованно, он пассивен, он переживает для того, он переживает через исполнителей. Они там на сцене умирают, они расстаются, они встречаются, они находят много лет назад потерянных отцов-матерей, они выкалывают себе глаза, как Эдип несчастный, и проходят через все то, например, что он прошел у Софокла. И для того, чтобы и зритель проходит это, да, он проживает через, вместе с актерами, но, естественно, не активно, он делает это пассивно, он вовлечен в качестве пассивного наблюдателя, но он переживает это все. Аристотель говорил, для того, чтобы избавиться от этих чувств, да, это очищение, катарсис, чтобы очиститься от этих чувств по ходу пьесы, это очень крутая... Это очень крутое предназначение театра. Оно немного идеалистическое. Я не против идеализма, не говорю, что это плохо. Это, скорее всего, недостижимо в реальной жизни. Конечно, потом об этом очень много говорил Брехт, и он был еще большим идеалистом, чем Аристотель. Он говорил о том, что люди должны вот войти, вот должен войти плохой, злой человек в зрительный зал, а выйти после спектакля хороший. И вот этот идеализм абсолютно так не бывает, конечно. Через, вот это, через катарсис, через пассивное переживание очень опасных, близких к критическим эмоций, которые очищают нашу душу. Очень красивое, согласитесь, понятие. Оно, ну а для чего еще театр существует? Может быть, это недостижимо. Но мы должны к этому стремиться. К этому должен театр стремиться. В этом и есть его истинное предназначение. Идеалистическое, конечно. И это тоже сказал Аристотель. Вот, а дальше, если мы говорим про разницу между комедией и трагедией, значит, она простая очень. Она, на самом деле, это всего несколько пунктов. А в трагедии что было? В трагедии были очень простые сюжеты, и эпичные персонажи. А в комедии были сюжеты очень нелепые. Они, кстати, были очень лихо закручены. Если вы возьмете любое, прочтите у Аристофана, «Всадники», «Лягушки», «Облака», любое. Там сюжет вот такой,
Он для того, чтобы там, ну, продраться, это не для среднего ума вообще, это просто, чтобы про сюжет понять. А персонажи очень стереотипичны. В них нет вот этой вот, вот, знаете, такой эпического стереотипа, да, Прометей, Медея, Федра, Эдип, Антигона. В них нет вот этого, вот этого стереотипа великого, да, вот этого трагического. А есть такой, ну, ну такой, не, знаете, дурацкий такой стереотип, ну, который высмеивать можно, нелепый. Значит, в трагедии развязка всегда предсказуема. Вот она когда начинается, знаете, у меня, вот опять же, мой великолепный преподаватель по истории театра говорил, хорошая трагедия – это такая, у которой финал понятен с первой строчки. Вот если вы, ты открываешь Прометей, читаешь первую строчку и точно знаешь, чем все закончится, это хорошо, это значит правильная трагедия. Там ее смысл и величие трагедии не в том, чтобы был лихо закрученный сюжет. А вот у комедии у нее неожиданная развязка. А, значит, у трагедии, понятно, очень масштабная такая общечеловеческая тематика. Мы говорим все-таки о добре и зле. А вот комедия связана непосредственно со своим временем и со своим местом действия. И она так и была такая. Она в Афинах одна, в Спарте она другая, она в колониях она третья. Вот, и она, значит, в V веке одна, в IV другая, в III третья. Она всегда очень злободневно актуальна, комедия. А у трагедии герой, сейчас я поговорю немножко об этом, это великая деталь древнегреческого театра, герой всегда терпит неудачу. Больше того скажу, он обречен на неудачу, но он все равно сражается. В этом его величие и в этом его героика. Вот Прометей, вот почему предсказуемый сюжет? Не потому, что Эсхил плохой драматург, он великий драматург, а потому что Прометей, будучи героем, изначально знает, что он погибнет мучительной смертью, не достигнув того, к чему он стремился, своей цели. Но и зная это так называемый рок, древнегреческий фатум, который давлеет над героем и вообще над всеми, в принципе, персонажами, значимыми трагедии. Но зная, что его усилия напрасны, он все равно это делает. И поэтому он герой. И вот это, знаете, такая совершенная героика. Даже у Брехта она похожая, в реализме она вообще другая, но даже у Брехта она не такая обреченная с самого начала. У него все-таки есть надежда. Он боролся с фашизмом всю свою жизнь довольно успешно. И у него была эта надежда побежденного фашизма в реальной жизни. А у древних греков ее не было. И вот этот их гуманизм, совершенный, любовь к человеку, он заключается в том, чтобы вот восхищаться тем, кто никогда своей цели не добьется. И он это знает. Но он все равно это делает. И вот это совершенный герой. История не родила пока еще совершение примера. Вот. А в комедии герои своих целей достигают. У них нет, на них нет печати героя. Они то, что хотят, то и делают. Довольно успешно. Вот. А в трагедии герой всегда из общества изгнан. Ну, далеко ходить не надо. Пожалуйста, Эдип, царь. Не только изгнан как бы метафизически, да, из-за совершенного кровосмешения, совершенного вот этого греха, как бы такого всю жизнь над ним давлеющего, определяющего все его поступки, вот этого фатума, как раз, который толкнул его на этот грех. А он натурально изгнан, физически он царем бить перестает, он идет скитаться. Вот. А в комедии, наоборот, главный герой выступает в роли лидера социального, и там просто может мир перевернуть. А в трагедии герой, конечно, ну, само понятие герой – это выдающаяся личность. А в комедии это может быть вообще не человек. Например, вот во «Всадниках» есть такой персонаж – народ. Вот как его воплощать, извините за такое выражение, на сцене? Это не человек, это понятие такое – народ. Вот, колбасник есть такой герой, человек, который колбасу делает. Вот, он такой, до героя вряд ли дотягивает в классическом понимании, не Эдип-царь. В трагедии герой всегда уважение теряет.
приобретая при этом истинное величие, вот это обреченное. А в комедии герой всегда добивается успеха, несмотря на то, что он, в принципе, он такой, знаете, вместилище всех возможных недостатков, и все его поступки содержат все возможные ошибки, вообще, которые, в принципе, доступны человеку. И несмотря на это, он добивается успеха. Это, кстати, эта формула, она будет действовать везде. Комедия дель'арте, французский фарс, Шекспир, реализм, весь реализм, Брехт, комедия абсурда, все жанры. Это это основа, на которой потом вообще весь театр был построен. Причем в комедии, и в трагедии. Вот. И когда вот это все начинаешь осмысливать, хочется спросить, что-нибудь попроще. Было. Были так называемые сатирические пьесы, они тоже примерно в V веке до новой эры возникли. Они возникают тогда, когда люди наелись серьезности трагедии. Вот уже это было просто не надо. И они служат таким очень комическим, простецким противоядием. Там происходила дичь. Вот я еще раз говорю, если бы наши снобы из зрительного зала посмотрели сатиру какую-нибудь там какого-нибудь второго века до новой эры в каких-нибудь там колониях, например, то есть подальше, да, от центральных полисов Греции, где можно было говорить, ну, практически все, что думаешь, там просто попроще была обстановка политическая, мне кажется, люди просто никогда, они отказались бы от театра в принципе, сказали бы, нет, мы никогда в жизни больше никогда не пойдем. Вот, там дичь происходила безумная, там были абсолютно дикие, преувеличенные персонажи, полное отсутствие сюжета. Вот, и цель ее состояла, сатира, в том, чтобы относиться к серьезным темам с гротескным юмором. А это что такое? А это принцип, основополагающий черной комедии, любой, как жанра. Вот черная комедия, которая, казалось бы, прочно вошла в искусство в конце 19-го, начале 20 века, на самом деле никто из выдающихся и великих авторов, стоявших у истоков современной черной комедии, никакого колеса не изобрел. Это колесо изобрели в V веке, когда стали сатирические драмы играть. Вот, ну, возьмем любую серьезную тему, жизнь, смерть, к этому можно с юмором относиться, но в реальной жизни нет, ну, такое себе, как сейчас говорят. Но как еще иначе ее осмыслить? А как еще ее иначе не бояться? Да посмеяться над ней. Вроде посмеешься, как-то проблема меньше кажется, вроде как она уже исчезла, или такая какая-то незначительная. Вот этим они в сатирических драмах и занимались. Ну, не говоря уже о том, что там дикая совершенно форма была, дикая там, даже в смысле физиологии, там как бы очень физиологические, скажем так, особенности были мощные такие у них. Они когда там прыгали, скакали, там все прочее, это все было видно, понятно. Вот. А что дальше было? А дальше были римляне, которые пришли и завоевали греков. Это мы все знаем, об этом говорить не будем. И во втором веке до новой эры это где-то случилось. Вот это вот завоевание Греции, оно привело, естественно, римляне, они с умом завоевывали. Они не огнем и мечом там шли. Они прекрасно понимали, кого они завоевывают и какая это культура. И они стремились очень эту культуру перенять. И произошла своеобразная ассимиляция, достаточно странная, с другой абсолютной идеологией театральной. Но театр все-таки существовал в Древнем Риме. Древний Рим вообще был про другое. Он, во-первых, был не про гуманизм, в принципе. Вот. И поэтому театр существовал другой. Но он существовал. И писали Плиний, писали Гораций, писали пьесы, были очень знаменитые, известные древнеримские драматурги, великолепные, совершенно великие. Они писали с другой идеологией, про другие проблемы, но все-таки это было. Но сказать, чтобы римский театр, древнегреческий, вот этот вот видоизмененный театр сильно прижился на римской почве, нет.
Римская душа требовала хлеба и зрелищ, поэтому театр в конце концов вытеснили вот эти гладиаторские бои и спортивные игры, масштабные совершенно, там были морские сражения там, с 50 кораблями, там, зачем им трагедию смотреть? Трагедия так не впечатлит вас, скажем так, визуально. Вот, трагедия может впечатлить с помощью других рецепторов. Вот, а римляне немножко были на другое настроены. И поэтому древнегреческий театр, вот он, ну вот где-то он примерно в этот период и закончился. Потом пришло христианство, и пришла вообще другая эпоха совершенно. Но на самом деле жалеть об этом не надо. Потому что, знаете, вот древнегреческий театр столько сделал для человечества и для мирового театра, что им ничего больше не надо делать. Они могли спокойно скончаться там, в этом втором веке до новой эры. Вот. И поэтому они все уже сделали, что могли. Сейчас древнегреческий театр, ну, мы не говорим о том, что он живет в современном театре, мы говорим о чистой форме, вот об этой музейной. Играют ли так? Играют. Театр не умер. Есть, опять же, сумасшедшие герои, которые восстанавливают это все. Например, есть такой греческий театр, он называется ионический театр. Они абсолютно виртуозно этот стиль играют сегодня. Их записи, их спектакли есть, их можно на YouTube найти в свободном доступе. Пожалуйста, смотрите их. Это завораживающее абсолютно зрелище, от которого оно вначале вот... У меня так один, я помню, зритель написал, вначале странно, но интересно. Вот оно вначале странно, но когда ты проникаешься этим и как бы въезжаешь в этот стиль, вообще в то, что происходит, это абсолютно завораживающее такое действие. Вот, это люди, которые профессионально воспроизводят, ну, скажем так, пытаются всеми силами, имея те источники, которые дошли до наших дней, воспроизвести музейно то, что было в Древней Греции. Вот. Ну и мы все по мере своих сил пытаемся играть согласно заветам древнегреческого театра, да не пытаемся, играем, потому что это тот театр, который жив во всех нас. Это та основа, на которой стоит весь театр, который мы играем сегодня. Вот, если кто-то захочет поупражняться в актерской игре, которая практиковалась в древнегреческой трагедии, да и в комедии тоже, мы записывали упражнения, вот, можно на наших ресурсах театра найти эти упражнения и поделать. Я специально записывала видео, где подробно рассказывала, как эти упражнения делать, в чем они состоят, в чем их смысл и как играть древнегреческий театр. Пожалуйста, попробуйте, вот, потом поделитесь своими мыслями, идеями по поводу этого, будет очень интересно.